Let's go наваливать кабины. Музычку чуть-чуть тише сразу же. Ой. Нормально, так тише. Сделал. Все. Зомби троечка. Все по канону. Стиксоны хочу. Вангвард хочу. Что без вангварда вообще лайны не хочется стоять совершенно. Power Threads'ы. Хочется Радианс. Если, конечно, у меня Радианс не будет, то этого Думаря. Который явно сейчас Медаса будет играть. А, вот так вот, значит, да? И где мне он нужен больше? На лайне со мной или... Ладно, курьером принесет, если что. Пускай идет. Окей, окей, побрейся. Что вообще происходит? Течка три мангуса. Мой артакерри. На думе тоже какой-то стример, типа. Говорят, тебе тут бан скоро дадут. Ничего себе. До доты добрались, уже бан дают. Офигеть. Что происходит? Чем всем от меня надо? Баны ж, баны. Ребят, успокойтесь. Играйте на чиле, ребят, на кайфе. Что там кто-то кому-то угрожает, что-то. Печально было наблюдать, друг провелся какой-то. А почему это пишется спустя 20 дней, мне интересно. Спустя 20-25 дней, как я уже не играю на Сирусе. Хотя с той ситуации прошло и уже месяца полтора, наверное. Ну ладно. Будет он меня пытаться добить или нет? У меня кентавр. Просто ладно. Давай играть в игру вместе. Хорошо. Будем играть в игру под названием Двойной World of Warcraft, ё-моё. Чё, я слабый, что ли? В игру поиграть не смогу или что? Опс. Давай-давай, пошло-поехало. Лянь, пошёл, Редклик, пошёл-поехал. Всё, ребят. И это самое. Всё, как бы. И нормально. Ё-моё. Ладно. Давай-давай. Давай-давай. Тамбу ломать, тамбу. Ой-ой-ой, ладно. Зато у меня стики есть теперь. Уже хорошо, уже по кайфу. На ресурсы развели, и нормально. А можно мне это самое? Тут все поразрушать, нет? Ох, начинается. Раз, два, с... Блин. И тамба пережила все. Вот он, почти мипа. Почти мипа, только у меня пугны нету на лайне, если что. Почти мипа. Давай, я натравил их. Надеюсь, они самые. Опс. Ладно, давай так лучше. Хорошо, поехали. Нормально, нормально. Чисто. Что еще можно делать в этой игре, реально? Вопросик такой. На засыпку, а? Ой-ой-ой, а? Гений микроконтроля, ё-моё. Ща, потыкаем, а? О, хорошо. Опс. Ребят. Нормально. Пойдет. И пухно такой переподключается, как я, чем я 2-0, я сдох. Ой, блин. 0-2 чисто. Парень, пока тебя не было, я играл как мог, соли. Так что давай, врывайся в игру. А то я задолбался микроконтролить. Угной бегать, что-то там кнопочки нажимать, что с ума сошел, что ли? А ну пошел вон на зомби. Сидит там, смотрит. Фотографирует, падла. Так, я не понял, ты пушить пачку собрался или что? Ты... И... Ладно. Он, видимо, в кора собирается. Хотя ладно, ботинок это еще ладно. Ботинок понять могу.
Ой-о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 й-
Это отрогаем мы. Это прям до тала отрогаем, если что. Опс. Кликай, 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 кликай. Не хватает, да? Опс. Не-н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 е. Но-но-но-но-но. Но-но-но-но-но. Отстань, отстань. Отстань, отстань. Ты чё такой быстрый, падла? Этот без маны уже, да? Офигеть, сундук завтра будет во вторник. Ну это да. Это будет прикольно. Сундук будет, это круто. Сундук завтра будет, так почему же не играть Нофи? Ну, не хочу играть Нофи. Все просто. Не играю, не играю. Какие могут быть вопросы дальше? Потому что плюс за рекламу не будет или за цирклом контракта нет. А ты кто ж задаешь такие вопросы мне? Там деньги, тут деньги. Дружище, интересуешься каналом? Задонать. Вот это было бы неплохо. Раз так сильно интересует. То знаешь, кто ты, что ты, какие-то вопросы странные полетели. Деньги туда, интересно, неинтересно. Кто ты, дружище? Просто очень странные вопросы у тебя. И разговоры тоже. Но если ты под пиво зашел, то, дружище, как бы пивко мы не одобряем. Так что это самое. Можешь выливать и идти спать. Как бы под пивом сидеть не надо здесь. Алкоголь мы не одобряем. Так, ну тут зомби очень. Хотя зомби тройка, конечно, у него тут много чего есть. Я как будто бы не понимаю, кто из них тройка, если честно. Вроде бы зомби тройка, вроде бы... Хотя нет, кентавр бы собирался через вангвард, наверное. Даже не наверное, а точно. Так что да. Да ну ёшкин, что матрёшкин. Ладно. Ну а сюда пока что отправим курьера. Ну, пока понюхаем экспули, хоть что-то. С лайна вынесем. Чтобы хоть что-то было у нас явно на лайне здесь. Как будто бы мне так не все равно. Что у нас происходит за лайном. С два, три. Раз, два. Все, живем, живем. У него фласка есть. Лучше мне тут откинуться, на самом деле. Насчет фласки. Фласку на меня такое, если явно юзать. Опс, хорошо. Слушайте, даже так, с лайну я даже что-то хоть имею, уже приятненько. У меня не фул убитый хламину лайн, я хоть что-то залутаю с него. Там даже 28 крипов. 4 крипа в минуту тоже хорошо. Тоже хоть что-то, так сказать. Вот падла на кентавре, что тебе надо? А, кентавр с арканами. Ага. Прикольно, прикольно. Ну я подойду и откисну, скорее всего, здесь. Раз, два. Хорошо. Курьер там сидит, развлекается. Он меня, скорее всего, за кнопочки просто заберет сейчас. За первый, второй. Я умираю. Да ё-моё. Вы не являетесь... В среду сундук будет. Я не помню, когда он был. Вроде во вторник же должен быть, не? Утром узнаем. Ну, может в среду, может во вторник. И кого знает. Ключи пропадут через 17 часов. Через 17 часов ключи пропадут. Ну, узнаем, узнаем. Что там по ключикам? Как раз. Чё с мобами не так? Чё надо на мобах, а? Падла на мобах, блин. Ну, я закупился в любом случае. Так что мне пофигу.
Я свое залутал. Сюда курьера занесем. И нормально. Что там? Лина мид против сайленсера. Лина шестая, сало... Ага. Я понял. Вопрос на засыпку. Стоит ли возвращаться на этот лайн или нет? Зомби-кентавр? Пошли вниз. Угна. Открываем низ. Волевое решение, конечно, понятное дело. Ро, мужик. Ну, я так, чисто поразвлекаться здесь пришел. О, видишь, забайтили эту кучку ТП. Все, здравствуйте, как бы. А че, Пуна не со мной пошел? Сверху остался. Ага. Это что было? Почему он... А, у него вход, я понял. Ох, желательно линии тоже притянуться и просто вниз открывать. Ну, мы не можем уже лайн стоять, это явно. Лайн уже не стоится. Но мы перетянули кентавра вниз, как минимум. Из таких плюсов. Что у него ТП в КД, что у меня ТП в КД. Причем, знаете, жадный пик такой. Не я же дума пикнул Лину по спектру. Будет сочетать даже такие слова. Что еще происходит у вас? Вам нормально, нет? Слова какие-то, что, блин? Ты как будто с леса вышел по поводу оффа, на оффе думаешь аудиторию после играешь. Где хочешь и можешь спокойно работать с серверами по контракту, на тебя смотришь, жалко становится. Ладно, дружище. Пивко перестанешь пить, тогда будешь заходить ко мне на стрим. Читать это не вижу смысла никакого. Давай, дружище, иди протезей. После пивка вот тогда можешь зайти. Это слим. Мне мид оставили. Лина умерла. Где-то сверху. Я заберу тогда фарм здесь. И все. Так, выход явно Блейдмейл в этой игре. Никакого Радианса. Радианса здесь не будет никакого. Раз, два. Угу. Но мне... Ясненько. Понятненько. Он мне с двух кнопок фулл хп снял, да? Нет. Если он мне с двух кнопок фулл хп сносит, то... Как бы извините. Мне еще и течка пытается забрать. Причем, кстати, забирает без каких-либо проблем. Блять, может как-то хватит фидить, не? Или похуй уже на игру? Дружище, ты мид просрал? Может тротик закроешь? Чувак, я один раз умер, что просрал? Ну, давай, предлагай. Умер, не умер, что ты можешь мне предложить, кроме умирать? Лайны просраны. Я 3 минуты соло стоял, по сути. Анна, Лина в мут сразу. Стоп, почему у меня тип в муте? Я же его не мутил. Ладно. Или он в премуте был изначально? Сайленсер что-то там развлекается. Зачем берешь ульту на 6? Ну, для того, чтобы нажать ее, как минимум. Если тут будет такая ситуация, конечно, что дум развернется. Вот, например, для этого я беру ульт на 6. Как тебе такое? Реализация нормальная? Ульт на 6. Ну, фу-фу-фу. Отлетел с пола, не умрет. Ну, значит, пул нас встретит тогда. Вот тебе реализация ульт на 6. Вопросы есть? Вопросики есть? Ну да, я не полутал ничего. Но мы убили сайленсера, это большой килл для пуганы все равно. Так себе, если честно. Ну да, я лучше третий, еще раз дисперсию возьму. Намного полезнее спел. Поэтому вас не будет, а то ульты толку не будет. Ну да, сайленсер просто так умер. Как бы не из-за того, что я ультанул его, начал забирать. И он не ожидал этого совершенно. Не, ну просто потому, что молодец я.
Ультанул и красавчик. Игорь, молодец, уважение. Ладно, это продавать. Я не знаю, где фармить мне. Сверху, снизу. Там типа на линии сейчас забирать буду спокойно. Ладно, пойду в лес. Мне драться нечем особо. Я ультанул, кнопочки понажимал и убежал. Все. Мне до следующей ульты ждать чисто. Арканы, арканы. Метеор у кентавра. Кентавр с метеором. Сайленсер с Личблейдом. Пока урони еще не появилось у него. Ого, огр, падла, та еще. А этот кастует или нет? Интересно. Ну кастанит, ё-моё. О, молодец, кастанул, все. Можно отвлекаться немножко. Блин, лейсик. Ку, говорит. А ты кто? Ну, ку-ку. Ку-ку чисто. Есть что-то получше? Не, ничего получше не, либо не дадут, либо нету. А лучше только метла. Вопрос, дадут ли мне метлу? Дум. Непонятно тоже. Но я против сайленсера не могу стоять сейчас. Лайн здесь. Там прям никак. Совершенно никак. Он ко мне идет еще придачу. Я бы пару апсов сюда поставил бы сюда. Хотя бы один. Причем желательно такой глубокий. Дум, к тебе идет сало снизу. А, не, на меня все-таки. Можешь идти фармить. Наверное, сразу надо было кнопку нажимать. Ну ладно. Но я не умру просто так. Я не верю, что он меня за прокаст убьет. Я все-таки спектра. Что это? А что мне продлило урон? Почему оно мне продлило урон? Почти с чего? То есть он ультой, что меня добил, что ли, или еще? То есть там просчитано было, как минимум. Че это было? Че? Ну, я не верил, что я умираю. Мне небольшой прокаст дал. Как будто бы я под дисперсией боюсь этого прокаста. Под дисперсией 1200 хп спектра. Пофигу. Фуль той продлил, пошел. Окей, окей, не знал. Бра, ты радианс хочешь? Я, блядь, дураку не собрал. Я вообще не слышу, если честно. Не, радианс я не думаю покупать. Все? Ой, господи. У меня Рубик килл забрал. Хотя ладно, килла нормально забрал. Проблема в том, что я не тэпнулся оттуда сразу. Обратно себе на иллюзию. Он-то килл забрать забрал. Не-не-не, я увидел. Ну вот дальше-то что мне делать было там? То и он еще и сам отдался после этого килла зачем-то. Ладно, внизу вроде бы есть фарм какой-то. Туда Дум сейчас пойдет фармить. Еще непонятно куда. Что, почему, зачем. Не ясно. А, кентавр здесь у меня. Вы видите это, да? Угу. Угу. Все? Доту поиграли? Нормальная дота оказалась. Погоняли доту, уже додосить пошли пацаны. Кто дудосит, признавайтесь. Кто дудосит, падлы, кто дудосит. Кто дудосер, а? Дудосеры чисто здесь собрались одни. И шо? Я вернусь в игру? Вот дудосеры, падлы, а. Ну, команда фарм. Ой, фарм. Что там делает? Молодцы в команда. Раз что-то делают? Хорошо, хорошо. Команда уже... Сюда они минус 4 сделали. А почему вы сделали этот минус 4, когда я вылетел, блин? Ну ладно.
У меня 8 уровень. Вообще мне по сути блейдмейл нужен здесь. У нас в команде есть Doom, который пойдет вперед. Конечно, это правда, но... Но хз дальше. Ну, если мы в глубокий лейт затянем как-то, то только там есть шансы какие-то у нас. Если нас сейчас быстренько не снесут. А, три героя снизу вроде бы. Сайленсер с Вичблейдом. А, зомбарь. Ах ты ж падла, а. Ну и Сало, естественно, сюда уже выезжает. Я их вообще не слышу, подожди. Чё горите? Ага. Вот так вот. Раз, два, успел. Ну, конечно, успел. 10 раз. Ладно. Опс. Сюда лут. Сюда. На коре даже после говнистого лайна надо бы найти место, где фармить можно. Хоть как-то в игре не выпасть из нее. Хотя, по сути, я уже давно выпал. Я еще и вылететь умудрился. И 0.9 залутать. И двух саппортах поучаствовать, вроде бы, больших киллов, но... Все равно, блин, ни мне не достались, к сожалению. Так что сапики должны, которые самые киллы сделали, хоть что-то сделать. Пугна это не пятерка. Ну, явно не пятерка по спектру. Что там происходит у них? Какие-то развлекаловы. Рубика забрали и все. Рубик, возьми камень философский, покачай бабки. Опс. А-а-а. Ну молодец, молодец. Хорош, хорош. Получается ультра хорош. Что, он мне попал, что ли? А, ну хорош, хорош. Гангеры, ё-моё. Ладно, это спейс для команды. У меня Doom, у меня Лина. Команда. Три кора, которые хотят фармить. Привет, Ирасик. Здорово, Пейн. Видели же уже? А кто под спектру пятерка в зомби и кентавра? В зомби? И кентавра? Зомби, например, взять. Как раз таки забанить. Хотя, я так понимаю, там оно первым же пиком было. Вроде как. Да? Тыкаю, 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 кликаю. Клик-клик-клик делаю. Делаю клик-клик. Убиль. Все, нормальный размен. Doom в зомби. Зомби должен умирать. Ты его хоть доберешь? С худом, да заберешь, молодец. Все. Нормально. На скилле разменялись. Надо было только, наверное, эту фигню продать, чтобы у меня БМ был в пате. Ну, в файте уже был бы БМ у меня. У меня тут чисто кнопочку нажать, подраться. Нормально, они на самом деле умирают ни за что. Они ничего не пушат. У нас Т2 стоят все. Они ничего не сделали за этот файт. Они просто пофайтились и все. Просто пофайтились за уважение, за респект. Отдали нам деньги свои и все. Большего тут не было. Опс, опс. Как? ХЗ. Вот так. Такое бывает, надо санитар. Не расстраивайся. С пикой что-то там идет куда-то. Непонятно куда. Просто такое иногда выходит. Смирись с этим, санитар. С этой реальностью. Что я иногда в доту могу заходить, да. Могу даже на стриме раз в месяц зайти. Как дела? Нормально. Или это не этот вопрос задал, неважно. Я думал, это наш ливнул уже, все. Парень сдался. А тут у нас камбэчная, по сути, идет. Какая-то. Аганим. И поехали.
Не дочитал и ответил, фиг пойми что. Бля, и он берет и отменяет Радианс, бля, ты бы сказал, я бы Радик собрал, пиздец. Собирай, если хочешь. Ты у тебя увидел? Ну я переспросил, как бы, чё, кстати, мне хотелось, я не слышал, у меня музыка на фул. Ладно, я не пойду дальше, пока непонятно, где другие остальные. Как будто бы они и сами должны этот файт выигрывать, если честно. Какой сап нормальный со спектрой зомби и кентавра? Только зомби. Нормальный сапик. Не знаю, виномансера возьми, блин. Хз. Они же не будут ко мне сейчас идти сюда, не? Я надеюсь. Ну, последнего крипчика, хорошо. И уходим. Не знаю, куда он тэпаться сейчас будет. Пока не видно. А, сайленсер сюда в мид, да? Все, понял, принял. Вопросиков не имею. Ну, вверх как будто бы должен упасть. Ладно, он уже упал, неважно. Может, радианс дособрать? Парни, я из дома хочу нажать куда-нибудь. Чисто стоять и терпеть. Вот так вот, да. Какой-то виномансер, вайпер, чисто идти и щелкать лицом. На самом деле. Что же еще может быть? Сайленсера двум буду делать. Такс. Что у них там за файты бесконечные, а? Лина Дун. Будет кентавр мешать или нет? Мне вот это больше интересно. Нифига себе у вас тут файты, конечно. Файты прям за респект, смотрю, самое лучшее в мире. Так, вообще давай вот эту штуку покупать уже. И продавать тапочки свои вонючие. Тапочки вонючие. У меня друг со мной все время играет на шарики, мне нормально. Вот так вот чисто. Шаровод здесь появился какой-то. Такой себе керри. Ну, всего лишь керри, который может игру выиграть там. В 55 минут на игре. Вообще пофигу. Ну, правда, это и это как бы вещи надо дожить, правда. До этого момента, чтобы ее выигрывать. Выфармить надо свои слоты тоже. Опс, прибежал ко мне. Сюда вместе со мной фармить. Рубиком. Как будто бы непонятно, с кем там файтиться, если честно. Там всего два героя. Как будто бы там просто нету героев, с которыми можно было бы пофайтить. Ладно. Они, то есть, они самое единственное, что нормальное придумали, это пойти все вместе сюда, да? Это как будто бы самое такое. Самое, а давайте мы придем все вместе сюда. Офигенная идея, да? И все это поддержали. Все это говно. Решили поддержать. Ладно, я ухожу на базу, регенится. Отличная идея, браза. Просто замечательная, прекрасная. Так, ладно, у меня есть шмотка, которая дает мне что-то там. Что он собирает на думе? БКБ, Шиву уже собрал, понял. Все, вопросов нет. На Эми сейчас играю, пока что нормально идет. Я видел, там билд сделали через этот самый Октарины. Октарина, Аганимы, Манты. В общем, навал дикий. И Радианса. В общем, там явно есть люди, попридумывали, чем заниматься в игре. Веселуху свою нашли. Что, зачем я здесь фармлю? Если сейчас здесь будет все плохо. Если здесь сейчас будет мясо, зачем мне здесь находиться, вопрос, а? Как бы вопрос-то на засыпочку, действительно. Да, во-первых, мне топорик особо не нужен, да и вот эта штука тоже. Немного даст мне.
Пускай они сюда перетягиваются. Без шуток. Пофигу на этого одного крипа. Будут перетягиваться или нет? Печки всякие. Опа. Давай, лети в меня. Че, мы будем драться сверху? У них течки нету. Он без ТП. Ну, подраться. Или они щекошники? Ну, они сейчас Т3 будут ломать. У них течки нету. Что мне надо? Задумят, скорее всего, сайленсера. Мэрта слить какую-то всеми кнопками. Я не успел. Ладно. Сейчас нажму. Че, я летаю. А, я в сайленсе, господи, что, боже мой, а. Боже, как здесь вообще что, хоть что-то сделать в этом файте, я не понимаю. Я просто бегаю и не понимаю. Бегаю и впитываю. Что впитываю, не понимаю даже. Ладно, манта, поехали. Воспик намного слабее, им надо выиграть вас до твоих слотов. Мысли. Ну, я до слотов взял, это самое главное. Помнишь, я сам взял его. Возьми камень, сказал бы, я бы тебе его отдал, блядь. Чё? А, я так понимаю, пугну надо разбутить, да? Нужен, забирай. Я не про стоун говорю, я про вот эту хуйню говорю. Чё, а я нахуй я стоун отправил, блядь? Как я тебе заберу его? Ты подобрал, отдал Рубику, блядь. Долбоёбу на Рубике ты отдал его, блядь. Как я тебе могу сказать, если у меня лут, блядь? Как я тебе могу сказать, долбоёб? Ладно, пока. Пошел отсюда, удачи. Я ушел. Что это? Вот террорист, падла. Ты же, блин, спать уходил. Ну, решил одну игру перед сном и спать, да. Все верно. А что такое? Что начинается? Или вы против каточек перед сном? Одной. Ну то, что нам им надо их, ну, им надо нас выиграть, это правда, но пока что-то я как-то не вижу вот это вот выиграть слово в их жилах. Как будто бы им насрать на это слово выиграть. На моих скиллах вообще. Нахуй на Рубика нужно, чтобы второй скилл кинуть или что, блядь? Ты понимаешь, что у меня ульт от варда идет на всех, просто по всем героям. Так, ну здесь какая-то лють. Беги, брат. Я так чисто на подмогу кинул ее. Раз, два, с... Да ёпсель, мопсель, как это забрать? Не делитесь, ребят, нафиг надо. Драться для слабых. Мужики фармят. Вот, у меня не две штуки, мне не достать его. Потому что ты отдал вот этому говноеду эту хуйню. Я не могу достать героя, я бы сейчас достал его, если не рубить. Так, ладно. Понимаешь? Мне надо ману? То есть... Кого есть, что есть, что есть, что им надо вообще? Ненормальное. Ладно. Давай. Потрогать за говно ее. Ага, к ней друзья идут. Она с друзьями. Все, отходим. Хм. Друзья подъехали, смотрю. Мы кентаврика забрали. Хорошо прям. За друзей двор в упор. Сюда лут. А вот и Яша, кстати. А вот и Яша чисто подъехала. О, и зомбика потрогали. Хорошо. Опс, здесь фармануть. Тут фармануть. Ай, шикарно. Все фарманули. Все, что надо было. А где я их на карте вообще не вижу? Опс. Все. Так. Пару клареток и нормально. Я разговариваю с долбоебом на Рубике. Какие-то долбоебы, что-то там кого-то не любят. Что вообще происходит? Я просто не понимаю, как я должен
к этому относиться? Чел берет книгу, на, когда у него 7-й, у меня 5-й. Мне нужна ульта срочно на линию, берет книгу, забирает у меня. Забирает все. Книги что-то там сидят, обсуждают. Защититься он вообще не хочет, да? Эту хуйню, блядь, которая максимально нужна мне, блядь. Почему он так долго фармит? Что у тебя не так с головой, блядь? Я? Мне в слоты нужны. В смысле долго фармлю? Нормально я фармлю. Что ты начинаешь, как бы? Нормально я вполне себе фармлю. Что ты начинаешь? На санитаре. Бабах. А куда оно полетело, я чуть не понял. А, мне показалось, что это самое. А я могу ТП отсюда дать просто и все? Не? Пока. Блин, вообще пофигу. Так я, оказывается, просто ТП могу нажать был, и все. 40 минута, тоже минута. 177 крипов, 35 минута. А ты видел, каким я с лайна вообще вышел? И какой у меня лайн был? Зомби плюс кентавр. Когда у меня пугна появилась в игре с 3 минуты игры. По факту именно, с 3 минуты. Да вы задолбали. Дайте в игру поиграть. Один там крипов фармит, другой... еще что-то горит, обсуждает бесконечное время. Вообще сложно... ними разобраться. О, не надо дальше фармить нормально. Против Муэрты, кстати. Это Муэрта улетела. Зомби летел. Блядь. О, Кекс хочет докупить себя. Тебя 15 минут вообще не трогали. У меня за 15 минут прибавилось 3 смерти. В смысле, не трогали. За мной Тетчес по всем лайнам прыгал, если ты не заметил. Даже буквально минуты 2 назад. И он меня с мида прогнал только что. Он меня сверху уже ловит. Я только что пришел наверх. Меня уже словили все команды. В смысле, меня 15 минут не трогают? Ты вообще не, ну, без монитора играешь или как? Давайте убивать. О, изи. Для меня легчайшая. Все, можно умирать. Забирайте их, они ваши, ребят. Развел на все скиллы. Они без скиллов, ребят, убивайте их. Вон, тамбу, ребят, заберите. Нянь-нянь-нянь. Тамбу, тамбу, помощь, помощь на тамбу, пожалуйста. Помощь, помощь. Все, ребят, тамбу зафармили, можно и на базу. Ну ладно, с Рубиком как-то вы помощнее смотрите. Смеки бы не хватает там какой-то. Как будто бы. И нормально. Да, у него он без монитора, у него телек. А, ну тут по факту. Даже если я размеялся, я, кстати, с денег-то заработал нормально. Команда вон, минус 5. 1, а 2 в 5, ребят, соло. Соло не благодарите, чисто завез. Для командочки. На командочку, на победу, ребят, сыграем нормально. Вот, еще минут 20 так поместимся и будем забирать ПТСики. Че, мне по кайфу, блин. Сайленс забрала, блин. Сайленс забирает у меня. Падла на линия. Забирает у меня тут кнопочки. Ну, так будет быстрее фармить. Я быстрее дойду туда, куда мне надо. Со мной можно Рошана забрать, сейчас манта будет. Ну, если с мантой я буду, то я заберу Рошана. Я с мантой очень хорошо забираю Рошана, без шуток. Так что это самое, как бы да. Сейчас будет скоро. Так, это что такое? Подожди. Это что за фигня? Чего-то до сих пор Шрайн не забран нами. Не понял момента. Че он до сих пор вражеский, ордынский, падл этих за свет играющих, а? Я есть урона 0, но скоро будет. Подожди, у меня манта уже появилась. С мантой я сильный. С мантой очень сильный. У манта дизлейты прокуют. Дизлейт это сильно. Муэрта в БКБ стреляет, имба герой. Да. Ты что, не знал, что ли? Ну, вагон, ну даешь, конечно.
Такого и не знать про доту. Уже сколько лет этому геру. Ё-моё. Как ты вагон брал свои это? 100 рейтинга, я не понимаю. Парни, давайте, может, крошану сместимся? Мне давай, брат, я здесь уже. Ща манта летит, ребят. Яша летит, хорошо. Ребят, я... Манта летит. А? Хорошо. Пизда, парни. Забираю дурачка на сале. А вот и сайленсер ваш весь. И все. И шо, и все. Кто-то видел, ребят, сайленсера, нет? Че там, долбим этого, Роша? И все, и вот вас... Весь сайленсер, как бы. ГГ. Оп, тык-тык-тык. Сейчас я манту еще нажму, еще быстрее будет немножко. Все. А, это типа мне, да? Ладно. Это типа все мне, так сказать. Ну, спасибо, спасибо. Я думал, Лена какая-то забрет, которая лесом в пол будет в файте. Это вот так, оказывается, мне решили просто рожка отдать, как бы. Еще и бесполезные эги, ой, шард закинули, как бы нормально. Сюда лут. Считаю, сюда так. Опс. Опс, опс. И Монтана 40-й уже не очень. Да, нормальная Монтана 40-й, чего начинаете, как бы. Опа. Это шот называется. Называется Space. Это называется Space, нормально. Так, теперь баширочек какой-нибудь бы. Забрать бы. Баширочек, во, нормально. То, что мне надо как раз на спектру. Ладно, давай, удачи. Лянь, напугал чисто ее. Напугал так напугал ее, а. Дурочку. Легко напугал еще и сместил врагов туда. Нормально. Имба просто. Развел так развел, дурочку. Надо клавиатками немного маны восстановить. А то вот прям по мане все плоховато пока что смотрю. А сатиры могут здесь пылить или нет? Наверное, могут, скорее, чем не могут. Огоним сюда, давай, лут. Сюда, лутецки, сюда. Еще не полутал, давай турнир по доте, награду даем вов. Нормальная тема. Че там, кто кого полутал уже? Шо, мужики, let's go. Страдать. У меня есть смоки, ребят, хотите? Да. Ну давайте, стройки и в их не лес. Вот здесь вот. Тан-тан-тан-тан. У нас тут видно? Не? Все, я нажал. И поехали. Угу. Классно. Отжали. А, они сверху. Ну, значит, не забираем. И наверх, видимо. О, кентавра. А вот и кентаврик чисто ваш подъехал. А, нормально. Сюда кентаврика, сюда лут. Кого бить вообще? Я бы Эрту потрогал бы в лучшем случае. Ну, кого дадут в большей степени они в лучшем случае, правильно же? Говорим мы. Танковую пока что могу, правильно же? Да потрогай ты меня уже до конца, сдолбал. Все, нормально, сюда лут. Ух ты ж, ух ты ж. Добить, добить. Добить, добить. Хорошо. Тамбу сломал в файте, нормально. Заказывал, добил, брат. Лучший.
Всё, минус 5 сюда лут. Парня, мы что, ебём, что ли, или что происходит? Всё, выиграли игру. О, Муэрто, баец. Сюда давай. Парни, ну сюда, можно сюда? Давай, давай. Вали её. Тут клиент, ебать. Давай, да, клиента сюда давай. Под Т4 прям этого клиента. Нормальный клиент, парни. Баширок. Нормально. Это не моя была, все хорошо. А, у меня хп нету. А где найти? А, так я ТП на базу и к вам сразу. Нормально, нормально. Так я ТП на базу просто к вам сразу же, да и все. Так он один, чем мы боимся? Забрать не хотим? Давайте его забирать-то. Они его боятся почему-то. Ладно, баширок огромный бы купить. Наверное, хотелось бы. Чтоб файт ворваться и потрогать так потрогать. Но бай у меня есть, если что. Опс, опс, опс. Все. Лянь-лянь, сосуд так сосуд, кстати, смотрю. Ой-ой-ой, я ушел. Пойдите. Я так чисто напугал. Если что, меня с вами нет там. И 25 секунд не будет. Сколько надо? 500 голды? Даже 800 голды? Ну такое себе. Без бая умирать. Панатутки на кенте, шо? Какие утки? Какие утки? А? Шо у вас тут происходит? Уточкины. Опс. Ой, не успел выйти. Ну ладно, пофигу уже. А, ну да, можно эту штуку забрать. А, так их три героя же всего. О, вот и это самый. А вот и персонажи. Это что за сайленсер в ответ? Оп-оп. И потрогали меня. Это что, получается, меня за зомби забрали? Или за что меня забрали? Ну я на Муэрто прыгну с пая просто. Наверное. Муэрто, ребят, Муэрто. Парни, а кто кого, я не пойму. Не знаю, я на Муэрто, ребят. Я в Муэрте. Мне вообще пофигу. Мне кажется, мы ведем, парни, чуть-чуть. Чуть-чуть согласен. Я ТП на базу и подрегенится сразу к вам. Ну, чисто разведать территорию, так сказать, хочется немножко. Я фулл хп, ребят. Все, шо все. Че там, просветите, чтобы я зашел туда? Парни, что-то тут съебало у сайленсера. Что там с лицом его? Есть сайленсер, ребят? Видел кто-то сайленсера? А? Сайленсера видел кто-то? Тут ебальники разлетаются только так. Да все, уже они проиграли игру. БКБ купи. На спектру? БКБ. Я лучше Тараску 10 раз куплю. 6 Тарасок, чем БКБ на спектру. Опс, опс, опс. Сейчас, 5 секунд до этой штуки. 7, 6, 5. У меня аганимная ульта, сейчас влечу. Подожди, просветишь? Все. И тамбу затыкать. А откуда тут мину? Фига себе, мины, конечно, здесь вылетают какие-то рандомные. ХП забирает, падла. Ой, хорош, туда его. Попускай, попускай. Аба широк. Хоть раз. Ясно. Там уже и минер резнулся. Сейчас Муэрто, ребят, будет, надо бы отходить. Я без байс еще. Жить хочу. Хочу жить. Я тэпаю на базу отсюда. Я ушел. Нормально сюда лут. Ну, Муэрто пока живая, слишком жирная. Парни, маны нет просто. А она соло Муэрто, да? И через 30 секунд кто-то лестится. Че, пробуем Муэрто? Назад, я отошел, маны просто, блин.
Маны точка нету. Ладно. Значит, Рошана и добиваем. Будет подписка, лайк, там, репорт будет? Да, я такая же фигня. Арчит хочется собрать. Вот, вот тебе твоя идея с этим самым. Что ты там предлагаешь мне? То купи, сё купи. Я сейчас такое куплю, что ты офигеешь, ладно, Тараску. Чтобы закончить это нормально. Чтобы у меня хп было мили... А ну. Вот, блин. Какая жалость, блин, а? А было бы классно, кстати, если бы это работало так. Что я тут пришел, оставил, значит, крипщиков. Ну ладно. БКБ это миф. Согласен полностью. Какие-то... А, о, дурачок резнулся. Пойду заберу его. Быстренько. А, ё-моё, что ж ты будешь делать-то, а? Падла. Давай, давай, быстренько забирать. Та, ну ёшкин ж ты, матрёшкин. Та, за шок к иллюзии-то, а? Не убивай иллюзии моих, падла. Так, у меня есть аганим, кому-то надо? Аганимчик. На думе есть смысл аганим брать? Линия? Сейчас, Алина. На, вот так вот. И сыр еще у меня. Сырщик мы переложим, если что. Парни, парни, я... Ай, ёпсель-мопсель, а что случилось? Как я вообще запутался в кнопках? Я вообще ничего не понял. Опс, опс. Оп-оп-оп. Работаем, работаем, работаем. Работаем, ребят, работаем. Ляня, ну меня влетело, офигеть. Я дотала, мне пофигу чисто. Опс, опс, с рейспак там падла играет. Ты смотри, офигеть. Так, бить, 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 долби, долби, долби. Нормально. И вот это долбить, и нормально. ГГВП, и Натус Винсур побеждает свою игру. Господи, боже мой. Как мы это играем? Поехали. Блейдмейл нам уже не нужен явно. Чё, в трон, ребят? Чё там, Сала и Текис могут разве нас дефать? Как будто бы нет, если честно. Только я без этого самого. Ну, ладно. А ты это самое не хочешь потыкать их, не? Ладно. А, Муэрта наваливает, это плохо. Парни проводили. Но она падла та еще. Опс, опс. А, три героя уже у них там. Можешь отойти туда? На ТП. Ага, хорош. Тыш. А, убегай просто. Капец, они байбеков миллиард сдают, это ужас какой-то. Все, давайте вам тут удачи, ребят, я пошел. Я пошел, вам удачи. Так, что я там хотел? Бладторн, да? Бладторн. О, дальше я фишку. Вот еще аганим, подожди. Аганим надо докупить еще. Господи, подожди. Ага. Во. Купить. Принести сюда. Нормальная тема. Слышал. Слышал, нормальная тема я. Так что нормально. Сейчас закупим ее. Оп. И пошли дальше по кайфу играть в игру. Сейчас Блейдмейл возьмем себе. Нормально. И все взяли. А, не 30 левел. Ребят, варды, варды возьмите. Зачем его скиди, у него манта была на 40, успокойтесь, Нави давно сосут, доти как не было. Не знаю, не знаю, что они там делают, но... камбэк от Натус Винсур, ё-моё. Парни, книжка, книжка тоже, книжку возьми.
Это что такое? В какую сторону она полетела? Не понял немного. Как будто бы они в смоках или где-то. Ну а чё, очкошник что ли? Подраться чисто, пойти с пацанами. Драться, драться, драться. Сало убил, парни. Давай, давай, минус Аега. Разменял. Ультую сразу. Оп, 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 зомби забрали. Оп, течку, 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 течку. Да с башни ты уже хоть раз, ё-моё. Хоть раз за баш, в конце концов. На, тут Свинцер побеждает эту игру. Ой, пацаны, красавчики, лучшие. Спасибо за игру. Нормально, это нормальная каточка, мне понравилась чисто. Пикнули 3 кор фарма, я думаю, эта игра в говне будет. Дум, Лина и Спектра. Как мы это выиграли вообще? Я не понимаю. У меня еще и Пугна стояла 3 минуты, афакашила по игре. Первое время. Про тебя сладко убирал бы все твои статы, я бы посмотрел на тебя. Да мне вообще по барабану. Я бы просто не прыгал в этого Сларка и забирал бы других героев. Ну или спрыгнул бы Сларка и убил бы за секунду. Пока он встанет. Мог бы Хекс еще докупить, понял? Пока он в станах стоит. То есть забашить, потом Хекс скинуть у него может. Потом баш прокнет, и он умирает за манту. Так что пофигу абсолютно. Не, красавчики все, молодцы, нормально покатали. Мне каточка понравилась. Что нам по урону? По урону 64 тысячи урона. Нормально. По графикам полный ужас. Там доминация была до 20 тысяч и 80 тысяч доминации у нас потом. Начиная с минуты 35 мы возвращать все начинаем себе. Неплохо, неплохо. Общая ценность, ну, топ-3 держался всю игру. Примерно. Примерно топ-3, начиная минуты 40-й, 45-й, что-то такое вот. Короче, молодцы, молодцы.